Объем гарантированной медицинской помощи в Акмолинской области увеличился. На встречу с журналистами представители единого дистрибьютора по закупу медикаментов СК «Фармация» заявили, что проблем с поставкой лекарств не будет. На эти цели регион получил почти 6 миллиардов тенге. Ранее из-за задержек и нехватки жизненно важного товара поступало немало жалоб от жителей региона, которые стоят на диспансерном учете. Причины называли самые разные, в том числе сроки проведения тендеров. Теперь единый дистрибьютор заключает долгосрочные договоры с отечественными товаропроизводителями, а также предоставляет преференции в тендерных процедурах. Благодаря этим мерам поддержки доля казахстанского содержания в закупе уже превысила 75%. Своевременно лекарственные средства получат более 1000 медицинских организаций республики. Всего в списке 45 различных позиций. Произошло незначительное увеличение цены. Мы по-прежнему за счет объема закупок ведем переговоры, закупаем, стараемся закупать даже ниже предельной цены, чтобы медицинские организации свои объемы могли увеличить. Ситуация в корне изменилась, список получен заблаговременно. К 1 октября будут заключены все договора с поставщиками, и с 15 декабря начнется поставка на 2017 год.